они сыграют 29 ноября 7. Пятое большинство Йогерита и четвертый шайбок вылетает в ворота Евгения Аликина. Лехтонин оформляет дубль. Еще один классный кистевой. И очередной раз мы видим, что не обязательно нужно сильно бросать. При игре в большинстве можно бросить с кистей, но сделать это очень точно. Началось все с выигранного вбрасывания. Ренин это сделал. Затем последовала передача на Лехтонина. Здесь он абсолютно один. Здорово сработали в блоках. Нападающие Йогериты не позволили игрокам Амура выбежать на Лехтонина. Тот спокойно выкатился, прицелился. Там еще и трафик на пятачке был. Ну и классно бросил. Правый нижний угол. Видимо, да, выглянул Аликин, но это было уже поздно. Отмечает также Савина, который создал трафик.